Сводный отряд красноярских полицейских вернулся домой из длительной служебной командировки в Дагестан. На железнодорожном вокзале после долгого расставания их встретили родные и близкие, а также коллеги. В течение полугода 49 наших сотрудников обеспечивали безопасность в регионе со сложной обстановкой и поддерживали порядок в республике. За добросовестное выполнение долга многих наградили нагрудными знаками, почетными грамотами и благодарственными письмами. За хорошую службу сотрудников поблагодарил начальник полиции края Александр Речицкий. Ждала одна с двумя детьми, маленький до сих пор в детском саду еще. Еще предстоит еще одна встреча интересная с папой. Вот, будем. Воспитатели уже тоже готовы, сами все хотят увидеть, как это все будет происходить. Вот. Но на самом деле я не стала считать ни дни, ни месяцы, я просто знала, что нужно. И спасибо, что вернулся, спасибо, что живой и целый, спасибо, что полным составом.